Массовый противопожарный рейд прошел в минувшее воскресенье в поселках Октябрьский и Первомайский Чердаклинского района. Сотрудники Главного управления МЧС России по Ульяновской области осуществили обход более 170 частных домов. Особое внимание уделили социально неблагополучным семьям, пенсионерам и жителям, злоупотребляющим алкоголем. За неполный месяц на территории региона произошло уже 60 пожаров, погибло 11 человек. Спасатели отмечают, большинство возгораний случилось именно на объектах жилого фонда. Чтобы обезопасить население, подобные обходы будут производиться как можно чаще. Спасатели проводят с жителями профилактические беседы, раздают памятки о мерах пожарной безопасности и напоминают правила эксплуатации электро- и газового оборудования.